В марсианских горах течет вода, и, возможно, там есть жизнь. Открытие, которое уже называют революционным, представили публике ученые НАСА. При помощи автономной орбитальной станции они исследовали загадочные темные полосы на поверхности Красной планеты, которые появляются каждое марсианское лето и становятся меньше с приходом зимы. Как и предполагалось ранее, они действительно оказались ручьями и реками, некоторые из которых достигают 5 метров в ширину. Причем марсианская вода не замерзает даже при минус 25. Это обычно. Обычная температура для планеты в теплое время года. Секрет в чрезвычайно высокой концентрации минеральных солей, которые не дают жидкости застывать. О том, что вода на Марсе есть, ученые говорили давно, но новые данные о ее объемах для всех стали сюрпризом.